Так, ребята, Dungeon of the Endless, меня давно просили, и вот оно. Версия игры уже 1.0.25, добавилось что-то, что-то убавилось. Посмотрим, увидим, ну и сыграем, попробуем на просто изи. Новая игра. Корабль Success. Количество людей в команде уменьшается. И вот мы на спасительной капсуле летим. Так, ну можно либо на рандоме сыграть. Так, здесь изи. Другие модули у меня закрыты, конечно же. Дрель-машина, о. Огонь. Так, и мы можем взять двух героев с собой. Ну, вот вы знаете, я как-то в прошлый раз мне зарандомило без милишника. Я как-то совсем растерялся. Вот я возьму себе мечника. А ну-ка. Это инженер. Это медсестра. Слушайте, здоровье-то у мечника не так уж и много. Плохой мечник. Давайте возьмем, может быть, медсестру и танка. А? Как вам вариант? Ух ты! Залетаем. Так, сейчас я немного сцену подредактирую. Вот так как. Итак, что мы видим? Все то же самое. Начинаем мы с разбитой капсулы. И начинаем открывать двери. Так, о, безвыходная ситуация. Здесь еще жратвы куча. 6 жратвы. Запитываем и строим, конечно же, производилку индустрии. Так. Мои герои 25 стоит левел ап, а здесь 30. Пассивные скиллы, что-то интересное новое, смотрите. Got your back, defense плюс 10%, когда с кем-то рядом, и скэмпер. А, монстры не замедляют героя. Здесь у нас пассивка Pack of Dogs. Так, пар плюс 6%, когда рядом кто-то есть. То есть им лучше вот этим двоим в паре ходить. Собственно, значит, я их правильно взял. Ух ты, какая большая комната. Ух ты, она еще самозапитывающаяся. А, производства не хватает. Значит, идем дальше. Начало простое, быстрое. О, война. Запитываем. Производства все так же не хватает. Отлично. Ну, запитываем. Вот еще одну производилку. Какой-то туннельный уровень, смотрите. Вообще, все вперед, все вперед. Опа, и развилочка. Так. Левел ап. Активный скилл у нее появляется. Немножко защиты, немножко ДПС, атак пауэра. А у него... Он танк. Он у нас танк. Ну, надо за активкой идти, мне кажется. Во, парамедик, отлично. А, героям на этаже плюс 6, регенерация здоровья. Героям в комнате плюс 12. То есть в сумме плюс 18, отлично.
Так, запитываем комнату. Производства не хватает. Вот теперь вопрос, куда пойти? Давайте направо. Так, это не тупик. О, ну это выход. Я нашел выход. О, господи, боже мой. О! Много производства найдено и наконец-то начинается. Так, вопрос, что построить? Сколько здесь всего дверей, интересно, на первом уровне? Мне кажется, вот сейчас построить жальню, например, и закончить вообще на постройке. Потому что так очень много стоит, а еда, она нужна. Хотя, по-моему, немного изменилась музыка. Давайте все-таки вниз пойдем, и здесь тупик. Тупик, очень много всяких монстриков. 8. Эх, 8 всего не хватает. В принципе, если сверху тоже тупик, это будет интересно. Давайте так сделаем. Ты открываешь. Да, тоже тупик. Здесь мы их принимаем. Ого! А ей больно. Так, нормально. Так, это два тупика. И мы возвращаемся вот в эту комнату. Так, 37 производства. В принципе, можно оружие какое-нибудь поставить в комнате. Но можно не ставить пока, я думаю. Привет, я пропустил, какая сложность изи. Ну, в смысле, самое сложное мне доступное. Здесь, кстати, можно в эту игру по сети играть. Правда, я не знаю, что там по сети можно делать. Управлять каждый своим героем, наверное, разве что. О, большая комната и тупиковая. О, как много мне вкусноты. Так, а с этих черных ничего не загрузилось. Отлично. Хорошо. Запитываем. Мне кажется, скоро уже закончится уровень, да? Да. Все, уровень закончился. Ресет ресурс? Что это? Так, а я все-таки... Раньше, когда открываешь последнюю дверь, нельзя было закладывать изобретение. Сейчас можно, что ли? Диргаз даст филдген. Делит защиту монстров на 2. Слезоточивый газ. Интересно, кстати. Если ты в этой комнате будешь все время мочить монстров, защиту монстров поделить на 2, то есть если у него было 40, приходит 20. Но я не думаю, что следует изучать новые модули пока что. И если изучать модули, то мажорные, которые производство делают. Так, ну что я вам скажу? Так-то тяжело может получиться вынести все это гнездо. Так, унесет, наверное, тетя, а дядя ее охраняет. Скорее всего, только так получится это сделать. Только вопрос, где лучше защиту организовать? Можно еще дяде левелап сделать. Давайте дяде левелап сделаем, чтобы он получше стрелял. Да, из ЗМА принесли. Так и думаю, сейчас оттуда пойдут.
Так. Тетя, давай, работай, тетя. Тетя, беги, 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 беги. Фух, все. Донес. Опа, floor cleared. Зачистили мы с вами уровень. Едем на каком-то лифте. А дальше. Ну неплохо, мы ресурсов вынесли. Второй этаж. Кстати, почему-то едем вверх. Я всегда думал, что мы опускаемся, когда раньше играл в эту игру. Но, видите, мне объяснили, что я был неправ. Мы ехали вверх. Судя по всему, там количество этажей увеличилось. Раньше был 10-й этаж последний, а теперь, кажется, намного больше. Ой-ой-ой-ой, какой большой комнат. В принципе, здесь очень много малых модулей, можно оборону-то организовать. Давайте посмотрим, что с той стороны. О, маленькая комнатка. Тоже нас здесь ждут. Здесь путь один. Раз один путь, давайте мы его откроем. Опа, и здесь опять комната. Перекресток. Так, ну видимо от этого перекрестка оттал... О, блин, а что же я не строю-то ничего? Жесть. Давай генератор индустрии. Направо тупичок. Комната, которая сама себя питает. Волшебство какое-то просто. Так, жаль. Запитываем эту. О, еще один тупичок. Нет, правда, нифига ничего нету. А нет, здесь есть сундук. Survival kit added to your inventory. Что дает? Вид Defense HP Regen. Unlocks Repair. Ух ты, классно. Давайте вот этому парню дадим. У него теперь починка есть модулей. Тоже запитываем и наверх. О, офигеть, вот мне везет на... Чуть-чуть не хватает. Везет на комнаты, которые сами себя питают. И это открывальня. Так, а я смотрю, здесь осталось все то же самое, что и было. Мина. Guess, dust, gen. Либо можно ресетнуть за 10. Мне кажется, проще тогда уж открыть за 20, чем ресетнуть за 10. Так и быть, открываем. Так. Новый генератор науки. Всех спать отправил, играть сидит. Так это ж я ж всегда для Ютуба так. Появился, пишет стример, change game name, reload page. Это действительно правильно, reload page, и все будет нормально, я уже менял. Опа. Элис какой-то. А, это она. Ух ты, я такого не видел вообще героя. Так, смотрим, машинган, отлично. Got your back. Defense 10%. Когда сгруппировано с другими, кому доверяет. Dust cells. Так, на себя. Health regen плюс 3. В запитанных комнатах. Defense плюс 7 в запитанных комнатах. Плюс 15% стоимость лечения. Вот так вот бывает.
Так, хорошо. Суть игры, у нас есть энергетическое ядро, которое мы тащим вверх на лифтах, которые мы открываем в этом лабиринте. Собственно, играли реал-тайм, но реал-тайм разбит дискретно по моментам открывания дверей. Ну и плюс, соответственно, мы строим здесь производилки, строим всякие защитные сооружения. Вот, например, у меня пока только одно защитное сооружение, если все. Но для этого есть модуль открытий, который сейчас вот не открывает что-то уже. Вот, ну, путем героев тоже они тоже сражаются, открываешь, появляются монстры и так далее и тому подобное. Ну, в общем, очень много чего накручено, но интересно. Защита 34. Слушайте, она еще больше танк, чем мой танк. Видимо, она танка бэйби. ДПС 43. Ну, ДПС 42. ДП-реген 2. Так, скорость 25. Слушайте, ну она чуть быстрее ходит. Ну, в общем, они более-менее одинаковые, так скажем. Ну, давайте она будет нашим танком, что ли. Отдай. По-моему, она получше даже этого мужика стартового моего. Так. Гуд. Налево. О, тупичок, отлично. О, и здесь выход. Очень интересно. Так, модуль, я думаю, я больше строить уже не буду. Ага, и здесь тупичок. И открытие я сделал. Беги, мужик. Вот сейчас в этой комнате будем мочить всех. Ну, выйдет. Блин, даста не хватает. Ну что я могу сказать? Поход делать здесь придется. О! Индастри генератор 2. На следующем ходу смогу поставить. Мокинг ган. Так. Endless Space. Я, кстати, ребят, играл. Было дело. Так, может быть, оставить здесь этих парней? Вам уйти открывать. Здесь придется построить что-то. Значит, меня кто-то обфигарит. Опа. Тихо-тихо, обратно. Жесть, а что так больно-то? Ай! Жесть! Офигеть! Слушайте, нет, ей открывать никак нельзя. Ее надо оставить в этой комнате. Так, ты здесь. О, тобой буду открывать. Только тяжело было. Так,
отходим в эту комнату. Блин, опять сейчас модуль будет гасить. О, жесть! Офигеть, меня здесь все поубивали. Ну, вот так вот я сыграл. Что я могу сказать? Что-то я, видно, делал не так. Привык на Горизе играть, да? Блин, пока здесь война шла, я там упустил момент. Плохо. Плохо. Погорячился со сложностью? Да нет, ну... Я просто как-то не обратил внимания, что там движуха началась. Ну, в принципе, здесь все. Как бы с одним героем здесь уже хреново совсем играть. Вот. Блин, жестко. Реально жестко. Все. GG. Ну ладно. В следующий раз попробуем что-нибудь по-другому сделать. Вот так вот теперь выглядит эта игра. Game over. А ты бы героев открыл для начала, пишут. Ассасин тащит на изи. Так, у меня ассасина нету, да? Ну или танка. Ну видите, я что-то как-то... Ну в следующий раз. В следующий раз. Ну зато я хотя бы до второго этажа дошел. О, жесть, вообще жесть. Это изи, ребят. Это изи. Ладно.